Так, это мне нападать придется. Ничего. Пушками всех перебью. Так, надо бы как-то поставить их. О. Мушкетеры пока прикроют. Конница пока одна, ничего, придут подкрепления. А ну где тут они? Вот. Огонь. Как я гренадера. Кто еще тут? Получение. Будем генерала брать в плен. И вот так сюда отступает. Так, пушки. Да, ладно, пусть тут становятся. Стреляют. Легко. Легко.
Поехали. Можно ее атаковать уже. Можно отступить. А, так конится. Порядок. А ну, как раз достает. Вперед на маркиры. Вся конница на генерала. Все, добили. Что? Завершаем.
Так, хорошо. Ожидаю дальнейших указаний. Так, хорошо, восстанавливаем. Это можно сюда вернуть. Так, флот восстанавливается, хорошо. Через два хода здесь будут две армии полные. Прибыль хорошая. Так, ух ты, министры, как. Сколько звездочек. Хорошо. Хорошо. Так. Дальше. Пока ничего не строю. Ремонтируем. Так, пушки надо нанимать уже вместо этих. Полупушек. Так, ничего, подождем. Здесь. Ага, вот здесь можно. Подождите, в Москве. А, и в Москве тоже. Хорошо. Пусть пока один отряд будет. Тогда чуть не забыл про Крым. Какое здесь настроение? О, уже хорошая. А я ведь воюю с Турцией. Ага. Еще поляки Стамбул, Константинополь захватят. Не хватало мне этого. Так. Вперед! Так. Ваш покорный слуга. Подожди, я не понял. Жду приказа. Приготовиться, марш, лорд. Мы не можем это сделать. Так, блин. Голову мне морочит. Мирно. Так. Вперед. Меньше кого. Сэр. Так, сюда надо. Она можно тут высадить, да. Десант. Что дальше, капитан? Есть. Никак невозможно, сэр. Вот, получается. Это невозможно, сэр. Всем приготовиться. Ты понял. Приготовить войска к бою. А, здесь крепость какая-то, да. Вот теперь можно. Приготовиться к бою. Ну, здесь автобоем. Победа! Порядок. Да, совсем не порядок. Лорд. Так, хорошо. Так что, школа. Да, надо бы технологии изучать. Недовольство сильное. Так, здесь кто?
Ладно. Подождем пока. Вперед! За корону и отечество! Так, здесь порядок хороший. Кемь, значит, построена. Кемьская волость. Оно. Порядок есть, значит, пусть прибыль какой-то приносят. Так, дальше. Смотрим. Победа! Странно. Что это значит? Почему-то портрет какого-то дворянина вместо корабля. Вот. Вас понял. Готовы выполнять. Наша родина правит морями. Порядок. К вашим услугам, капитан. Здесь порядок, значит, можно выводить войска. Марш! Ваша родина, припасы! Строй! Стой! Румыли, да, недовольны. На месте! Где здесь? Меньшиков. Бойцы! Порядок. Вот, порядок. Так, здесь порт есть? Ага, есть. Вот порт. Отходим, ребята! В полной готовности! Хорошо. Так, здесь Венеция. Так, технологии изучаются. Хорошо. Здесь ничего не изучается. Так, где тут? Гранаты мне как раз не нужны. Пусть что-то такое изучается другое.
Порядок! Норвегию захватываем. Гордимся победой! Порядочек. Этих бы надо разбить. Всем приготовиться! Нас не одолеть! Тоже хорошо. Жду ваших приказов. Приготовиться! Марш! Лево! Марш! Хорошо. Пусть восстанавливается пока армия. Здесь уже... О, порядок пошел. Сэр! Подкрепление есть. Привет. Надо бы как-то сюда. И вот сюда. Я посмотреть. А, вот оно почему. Нормально. Сразу порядок восстановился. Это как его школа разрушена. В смысле, повреждена. Так, ладно, подождем. Никак невозможно. А, это не мой порт. А, это поляки захватили. Речь Посполитая Болгарию захватила. Или... Ладно, подождем. Это кто? Здесь порядок. Так, прибыль пусть дают. Крымские постройки. Флот. Где здесь еще флот есть? Так, здесь. Ага. Там их столько. Раз, два, три. Куда идем, капитан? Сюда. Очистить палубы, орудие к бою. Чтоб больше никуда не могли. Двигаться и навредить. Так, хорошо. Продолжаем. Снимать блокаду. Куда идем, капитан? Ура! Нас ждет большой путь. Победа! Победа. Отдать концы! Главная победа! Марш! Так, ремонтируем. Так, кстати.
сюда, значит. Если выйдет. Ожидаю указаний. Нет, тут постоит пока. Армия в городе. Здесь порядок. Если войска вывести, тоже порядок. Ваш покорный слуга. Так, так, турки ходят все-таки здесь. Ладно, рискну. Здесь армия может напасть потом. Лучше раньше разбить ее. Здесь более-менее порядок. Кстати, может понизить налоги. Да. Нет, пусть пока так будет. Вот, хорошо. Нас не одолеть. Хорошо, поляки помогли. Речи Посполитой. Стройки. Кстати, чё я не торгую? Слишком много хотят. Ладно. Кто-то торгует. Персия. Франция. Так, торгуем. Саксония. Не хотят. Ладно. Да. Если еще вот так, ага. Хорошо. Значит,
Как его звать? Копенгаген. Будем захватывать, штурмовать. Здесь армия была. Ага, вот она. Разбить армию. Посмотрим. А. Разбил быстро. Славная победа! Порядок. Ух ты, сколько тут войск. А, они все маленькие отряды. Ладно. Пехота нужна. А они как тут оказались? А я думаю, что-то у них нету армии. Ой-ой-ой. Это же вообще так прозевать. Ай-яй-яй. Срочно сюда. Здесь еще пехоты нанять. Так, все строится. Ладно. Тут стрельцов пошлю. Да, не заметил. Я думал, они не смогут высадиться здесь. Вот оно что. И здесь же было. Здесь, наверное, другие правила игры. Ладно. Ничего уже не сделаю. Продолжаем. Победой. Хорошо. Союзники помогают.
Смотрим. А, да, можно, значит, Данию уже разгромить. Жду приказ вашим услугам. Захватим Данию. Морская пехота. Интересно. Боевой ду 9. Хорошо. Начнем. Что такое? Туман. Это зима такая. Ладно. Разберемся. Посмотрим, где здесь противник. Далековато. А ну по подземным и по пушкам. А это мортиры, по ним нельзя было. Мало им нанесу урона. Пушки
отступит. Временно. Да. Да, не. Еще же есть вот остров этот. Ирландия датская еще. Потом разберемся. Поднять паруса! Бою!
Дальше. Армия восстановлена. Разбить этих. Славная победа! Есть! Ваше величество. Эти пусть разбираются. Посмотрят, какие здесь войска. Слился с тенью. Так, я... куда турки делись? Они что-то высаживались. Уже нет? Непонятно. Ладно. Установить, ладно. Ладно, пусть изучается. Это еще где разрушено. Да, но здесь же была турецкая армия. Куда она делась? Странно. Да, ваше величество. Вперед! За корону и отечество! Вперед! Марш! Вперед! Марш! Отряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, пусть будет артиллерии побольше. Двигаем сюда. Так, надо бы этих корабли уничтожить. Готовы! Против пятерых, хорошо. Куда идем, капитан? Здесь же не получится выбить. Ладно. Дальше.